дорогие, чтобы Бог ответил прямо немедленно. Мы должны брать пост Бога, который Бог благоволит. Есть пост Даниила, есть православный пост, есть многие другие посты, друзья. А мы должны брать пост Даниила, то есть Божий пост. И Бог ответит нам немедленно. Если многие не могут без кофе, многие не могут без мяса, многие не могут без еще чего-то, друзья. Смотрите, что Бог говорит. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как трусник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом днем угодным Господу? Друзья, это как Мардохей, он посыпал голову, он разрывал на себе одежды. Мардохей так постился. Он посыпал свою голову пеплом и разрывал свои одежды. И Есвир постилась и молилась. А Бог уже говорит, что Он хочет другой пост. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает по себя рубище и пепел, это ли назовешь постом угодным Господу? Нет, Бог уже такой пост не хочет. Раньше Богу приносили жертвы воскурения, друзья. Очень много было жертвоприношений в Старом Завете. И мы также есть то же самое в Новом Завете. Так как же Бог не восхотел этих жертв, то Он послал нам Агнца Иисуса, и Он нам возвратил то, что потерял Адам и Ева. Смотрите, Нагорная проповедь, Матфея 5:23-24. Прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. На Нагорной проповеди Иисус говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, друзья, брат, сестра, сосед, неважно, остав там дар твой, пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Друзья, очень много есть в Старом Завете жертв, но мы читаем сейчас Новый Завет, да, от Матфея мы читаем Новый Завет, и мы читаем, вот такой ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как трусник, и постилает по себе рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Друзья, кто-то не может пить кофе, кто-то не может без мяса, кто-то не может еще без чего. А оно Богу и не нужно. Есть пост Даниила, это которым я пощусь. А есть пост Божий. Бог советует поститься. Исаия 58 глава с 5 стиха. Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, друзья. Кто-то живет нерасписанным, чтобы получать деньги, как мать-одиночка. Кто-то обманывает закон разными махинациями. Это всякое, кто-то обманывает людей разными махинациями, неправдою. Друзья, что бы то ни было в нашей жизни, мы должны развязать все эти ярмо, всякие узлы. И плюс, раздели хлеб твой с голодным, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь наго, одень его, и от единогровного твоего не укрывайся. Тогда откроется
как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, это быть гордым над другими, превозноситься, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, это значит, чтобы жить для кого-то. Это значит, что не жить для себя, а мы живем для кого-то, для мужа, для детей, для кого-то мы живем. Тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, драгоценные. То, что мы не кушаем и не пьем, в пятом стихе, в шестом стихе говорится, да? В пятом. То это ультиматум Богу. Мы голодовку объявляем, как зэки объявляют голодовку в тюрьмах. А Богу нужен правильный пост. Навести порядок в собственной жизни. Полюбить всех врагов. Кто-то спросил, что сатана наш враг. Нужно ли полюбить сатану, друзья? Ну, это уже вопрос какой-то беспредельный. Сатана – Божий враг. И враг душ человеческих. И мы не должны его любить. Мы должны любить Господа, а сатану изгонять. И он под ногами нашими написано. А тут говорится о врагах земных. Друзья, исполнить в любви со всеми, развязать всякое ярмо, всякие узы неправды. Навести порядок, всякую неправду развязать в своей личной жизни. И быть смиренными к детям, к зятьям, к невесткам, к мужьям. Если у кого есть бывший муж, родители, свекровь. Быть смиренному, не грубить, не превозноситься, говорить с любовью. Это пост, Бог говорит. Вот пост, который я избрал, Бог говорит. Тогда можете кушать и мясо, и пить кофе каждый день, друзья. Я исполняю этот закон, Исаии 58 глава. Я делаю все. И голодных в дом ввожу, и кормлю. И все до деталей исполняю уже много лет. Поэтому я и держу пост Даниила также. А если вы только берете пост Даниила, а Божий пост не делаете, то вы будете в страданиях и будете спасены, как головня из огня, друзья. Это не я говорю, это Божье Слово. Но нужно тщательно его изучать, чтобы быть отвеченному Богом, чтобы жить под крыльями у Бога. Друзья, нужно быть с людьми вежливее, не обманывать ни людей, ни закон. Развязать все узы, завязанные в вашей жизни, всякие узы неправды и всякие ярмо неправды. Пересмотрите свою жизнь. Просим у Бога прощения. Каемся. Встаем и дальше идем. И каждый день вечером каемся. И просим у Бога прощения за то, что мы где-то падаем. Идем дальше. Берите правильный пост, друзья. Написано также от Матфея, сейчас прочитаю. 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что это значит, драгоценные? Задумайтесь, читайте Матфея 5 главу. Написано, и то нужно не забывать. И Новый Завет исполнить, и Старый не забывать, друзья. Иисус наша суббота, Иисус наш покой, Иисус сотворил для нас все.
И мы должны жить, как Иисус, в любви ко всем и в правде, ко всему и во всем в правде. Развязать все узлы завязанные, всякую неправду расторгнуть в своей жизни. И любить Господа. А как мы можем любить Господа, если мы еще в грехах живем? Рабы греха. Поэтому выходим из рабства египетского, из рабства, из плена греховного. Выходим. Идем на свободу. Дорогие, выходим, идем в небо, идем во свете. Идем к свету, идем к Богу. Труба Божья трубит. Исход начался. Восхищение. Восхитимся. Мы уже посажены с Иисусом на небесах. Это есть наше восхищение. Войти в покой. Покой Божий. Покой – это Иисус. Войти в Иисуса. Мы только в Нем. Уже с Ним посажены на небесах. Только в Иисусе спасение. Войдем в Иисуса. Облекимся, облечемся в Слово Божие. Друзья, понимаете? Облечемся в Слово Божие. Облекаемся в Слово Божие. Облечемся в Бога. Крестимся в Иисуса. Иначе не выжить. Иначе будет бедствие. Я не хочу жить в грязи, я не хочу жить с неотвеченными молитвами, я не хочу жить без Иисуса, я не хочу жить в суете, в удовольствии земном, и я не хочу. Я хочу жить в Нем, я хочу жить в Иисусе, только в Нем мое спасение, друзья. Облечемся в Слово Божие, это не тяжело, друзья. Встаем утром, молимся, днем молимся, вечером молимся, читаем Слово Божие, не смотрим сериалы. Друзья, попробуйте и возьмите пост Божий, ни Даниилов, ни православный, если многие говорят, что не могут без кофе. Богу не нужен наш голодный желудок. Это Бог говорит. Друзья, идем дальше. То, что Апокалипсис уже приближается, уже на пороге. Выходим. 40 дней пост Божий берем.